Всем привет, это я, Шерман. Сегодня новый видеоролик, это про акцию Лента, которая уже идет с 3 октября. Я немного расскажу акцию, но тут все написано. Можете остановить видео на паузу и прочитать. И, не буду сейчас читать на видео, не хочу. Мне было так интересно, я вскрыл 2 упаковки Лента, и мне попался гниль. И сейчас достану. Освежитель воздуха. Я просто был в шоке, когда мне выпал гниль. Я не ожидал. Вот я заработал, и мне выпал гниль. Я был в шоке. Впервые мне вот за... У меня была мини-лента 1, мини-лента 2. Мне никогда не попадался никакой там... Ни гниль, я не помню, какая-то еще была посуда, не помню. Ну, неважно. Это уже другое. У меня дофига пакетов. Ну, очень много. Буду распаковывать, не знаю, долго или недолго, но постараюсь быстро, чтобы видео не затянулось. Вот. Начинаем. Так. Так, плохо. Ну, короче, будем сейчас так вот открывать. Да, мы это запаковали. А, все, можно было сзади. Вискас. Вискас. Типа... От 1 года еще вкуснее. Так, понятно. Тут типа все показывается с какой там срок годности. Минимум 80%. Там все вот остальное. Ну, классно, прикольно. У меня был не вискас, я забыл, как это называется. Ну, неважно. Наподобие вискаса было. Еда для кошек. Так, снизу будем открывать. Снизу, мне кажется, лес. Да. Йогурт. Попался йогурт. Прикольно. У меня не... Вот прикольная лента сделала. Йогурт. Вот это прям классно. Я бы распаковывать хотел очень. Распаковать. Но не буду. Там 100% йогурта не будет. Если был бы йогурт, было бы очень классно. Так, распаковываем следующее. Распаковываем. Так, снизу. Снизу надо не забыть. Так, подождите сейчас. Блин, так... Офигеть, я вот это хотел, я это хотел, я очень это хотел. Это плавленый сыр с ветчиной, очень, ну я это пробовал, ладно. Очень прикольный, ой, блин, прям хочется открыть, но оно не открывается, конечно. Ну, прикольно очень, очень классно. Так, давайте мы камеру поправим немножко, камеру вот так, чтобы было видно было, а то я вам показываю куда-то, не туда. О, сверху открылось. Что это? Что это такое? А, типа, как брин, для брин, ну, короче, брить бороду, наверное, это фигня. А, ну вот, прикольно. Так, следующее распаковываем. Блин, без неба. Но пакеты не взрываются, они там без воздуха. О, это чай. Да? Это чай. Это чай. Прикольно. Она открывается, но я открывать не буду, чтобы была красивая упаковка и не помятая. Надо... Свет сюда сделать. Сейчас, ребят. Вот. Смотрите. Свет сейчас направим. А то вообще не видно, что я вам показываю. Очень классно, кстати. Вот акция лучше, чем мини-лента 2 и мини-лента 1. Так, распаковываем следующее. Что-то тут маленькое очень. В упаковке дизайн поменялся. О, Эриксона. Эриксона, смотрите, ребят. Эриксона. Вообще классно. Прикольно. Эриксона. Прикольно. Мы складывать будем сюда. В конце я галочки поставлю, какие у меня есть. Так. О, зубная щетка. Офигеть. У меня была зубная щетка, только другого цвета и вообще другое название. Вот, классно, смотрите, это прям для мужчины. Ну, или для всех, не знаю. Ну, классно очень. В упаковке распаковывать я не буду. Я другую распаковала, эту не буду. Мне жалко. Не буду распаковывать. Так. О, это макароны. Это макароны. Офигеть. Макароны. А, Макфа. Офигеть. Я думала, это для кошки. Вот эта вот еда оказалась совсем... Обалдеть. Круто. Круто. Где еще упаковки? А, вот. Так, распаковываем. Следующее. Сколько идет видео? 4 минуты. Так, обалдеть. Кто хочет еще таких видео, ставьте лайки. О, первая повторка. Это Активия. Йогурт, ну, со вкусом вишни. Это, ну, не особо. Ну, это моя сестра играет в такие игрушки. Так что это и ничего там, с Барби там поиграть там. Ничего.
Мало ли закончилось одно. Ну, короче, открываем следующую упаковку. Если кто хочет еще такие видео, ставьте лайки. Если наберется больше 5 лайков или больше 6, я и много просмотров, я сниму еще такое видео. Давайте, ребят, набирайте больше лайков, и я снимаю еще мини-ленту. Так, что там? О, зубная щетка и зубная паста. Круто. У меня такая была зубная паста, точно такая же, только зеленого цвета. Это совсем другое, я даже вот сейчас покажу. Вот, и вот эта зубная щетка, которая у меня была, я распаковал. Видео, конечно, этого не было, еще ютубером не был. И вот еще зубная паста. У меня таких две зубных пасты и две зубных щетки. Это было в мини-ленте 2. Это было в мини-ленте 2. И тут, смотрите, тут как вот не показано, как будто она мягкая, а тут, смотрите, сделали мини... Как будто вот, видите? Обычно какая-то... фигня. Тут прям видно, как будто она мягкая, вся вот прикольная. Ну, неважно, это мини-лента 2. Если хотите, я вам покажу и мини-ленту 2, и мини-ленту 1. Но я забыл, какие это. Я вам даже сюда поставлю все, и гриль сюда поставлю. Вот, смотрите, у меня там уже потом покажу. Какая-то еще не распакованная. О, вот, сразу берем пакет лишний. Одна, что ли, осталась вроде, да? Да, одна сейчас, блин. Главное, чтобы была не повторка. Ох, блин, интрижка такая не маленькая. Ну, открываем. И, блин, повторка. Зубная паста. Повторок вообще немного. Смотрите, ребята, раз повторка, два. И все, у меня повторок нету, ребята. Это круто же. Ну, смотрите, тут такая куча. И в основном без повторок. Как такое может вести, я просто не понимаю. Ну... Есть такие везучие люди, которым вообще даже сразу же не попалась повторка. И я сейчас... Ай, смотрите даже, смотрите. Очень похоже, да? Это какая-то побольше-то поменьше. Видно миниатюрку. У меня это из второй серии, а это из третьей. Конечно же, они разные. Но самое то, что прикольно добавили, это макароны. И еще сейчас покажу то, что добавили. Это прикольно. Это то, что яйца. Вот яйца ленты. Это прикольно. Даже вот если там внутри яйца были бы, то еще классно. Но я не знаю, есть там яйца или нет. Ну, яблоко, сок. Это, блин, ну, не знаю, у всех это было. Ну, это со второго сезона. С второй серии. Ну, и что тут еще прикольно есть. Ну, и еще даже есть как-то Боржоми минеральная вода. И шампунь, и творог, да, тоже прикольное. Так, и что еще есть? Ну и все было. Памперсы тоже были, но только эти, не забыл, как называется, неважно. И у меня, и смотрите, сейчас найду, что у меня. Так. Так, что у меня наподобие чего-то еще было из второй серии. Ну, неважно. У меня вот, смотрите, кто есть. Это вискас. Гель для бритья есть. Так, зубная щетка. А, чай, да, я йогурт. Нет, ни подгузников нету. Зубная паста. И еще есть освежитель воздуха. Вот еще было бы прикольно бы чудо, чтобы выпало. Гниль. И вот это тоже прикольно. И еще. Антиспирант, как-то так. И сыр плавленый. А, и макароны. Макфа. Вот прикольная серия. Кто еще хочет таких видео, ставьте лайки. Если наберется много лайков, я сниму, конечно, еще такое видео. Сейчас сделаем сюда вот свет. И вот, смотрите, тут вообще классно, много чего. И, конечно же, круто. Кто хочет много таких видосов, ставьте лайки, много просмотров набирайте. Я сниму еще такое видео. А с вами был Шерман. Всем пока. Это был Шерман. Всем пока.